кстати, может, не каждый знает, в парфюмерии часто пион делают при помощи аромамассы и абсолюта в розы. Розы же разные бывают. А розы делают из пиона. Я просто сижу в этом всем, вспоминаю свой пионев из этой... из Пинхаллинга, Пинхаллиганс коллекции. Я всю зиму в этом аромате ходила и ждала весну, и розовые, и бордовые пионы. А первыми вот древовидные встретила. Ну, мне Сёму напоминает. Он точно так же жопкой крутит. Все, разлетелись уже. Пошла я работать. Кормить и собирать лепестки.